Если шум или кот работает с вами эффективно, то должно быть нехорошо. Если ваша жизнь вас не устраивает, то что-то должно произойти. Какое-то разрушение, обвал, падение, забирание, долги и так далее. Это правильно. Вы представляете, как шумы работают? Человек говорит, сколько месяцев их слушать? Я же не знаю, какой вы шум слушаете и от чего вы его слушаете. Человек говорит, неужели у меня не хватает психической энергии? Да я не могу понять, откуда вы ее берете? Вы что, в течение дня часами накапливаете психическую энергию? Вы наслаждаетесь картинами, слушаете прекрасную музыку, которая не вызывает стрессов. Вы на протяжении дня удивляетесь, восхищаетесь, любуетесь. Это у вас есть? Если у вас это есть, и это у вас заложено уже, значит, вы накапливаете психическую энергию. Если нет, то где вы ее собираетесь брать? Только с пищи? Ну, так нам надолго вас не хватит. На третьей ступени вы даете много мантр. Сколько времени их читать? Ну, несколько месяцев можете читать. Я больше года без работы. Прошло собеседование на работу мечты. У меня будет неделя испытательного срока. Чтобы делать, чтобы наверняка получить подписание контракта. Возьмите три каштана. Носите их все время в сумке или в кармане. Таким образом, получите эту работу 100%. Когда вас примут на работу, каштаны не выбрасывайте. Носите их еще какую-то.